С 18 марта владельцы машин будут обязаны надевать светоотражающие жилеты при выходе из автомобиля за пределами населенных пунктов, сообщает издательство «Российская газета». Известно, что правило будет распространяться как на дневное время суток, так и на темное, в случаях, когда видимость ограничена. Причиной такого нововведения стала неутешительная статистика ГИБДД. По данным дорожных полицейских, водители, которые выходили из машины после ДТП, нередко сбивали другие гонщики. Так, за отказ носить жилет будет грозить штраф в размере 500 рублей или административное предупреждение. Отмечается, что по технике безопасности при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть находящегося на дороге или обочине человека на расстоянии 25-50 метров. Если же на человеке сигнальная одежда, то заметить его можно уже на расстоянии 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой человек в спецжилетке на дороге, увеличивается со 100 до 350 метров. Это дает водителю приближающихся машин дополнительные 15-25 секунд, чтобы объехать человека на дороге или не задеть его на обочине.